Статистика последних 2 лет показывает, дети все чаще становятся жертвами половых преступлений, говорят в полиции. Подстерегают опасность и в интернете, в котором школьники проводят слишком много времени. С наступлением теплой погоды врачи скорой помощи все чаще выезжают к подросткам, которые получили травмы на свежем воздухе. О чем еще не стоит забывать на летних каникулах? Считанные дни остались до начала школьных каникул. Однако трагические случаи лета не ждут. Накануне, поспорив, что сможет переплыть озеро, погиб молодой человек с Милтона. Сейчас еще у нас май на улице, вода хорошо, если градусов 15 в озерах даже. И он пытался переплыть, отдыхали с компанией, не доплыл. В прошлом году утонуло 109 человек, один из них ребенок. Годом ранее погибших в воде было еще больше, 154, 9 из них дети. Утопление, тяжелые травмы, когда дети отдыхают, прыгают в воду, получают черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, которые потом практически дают инвалидности. Это те случаи, о которых мы очень хотим предупреждать и самих детей, которые отдыхают, и их родителей, чтобы все-таки этот отдых был бы как-то организован. Увеличилось число вызовов скорой к детям, которые получают травмы на качелях или падая с деревьев. Спортивный образ жизни, казалось бы, что может быть лучше? Вот только забывает молодежь о безопасности, о шлемах и налокотниках. Попадают дети к врачам и с отравлением, алкоголем и наркотиками. Эти случаи бывают, когда все моложе и моложе дети употребляют алкоголь. И теперь будут выпускные. Так что выпускные праздники надо тоже организовать под присмотром родителей. Оперативные службы предупреждают, с началом сезона родителям следует обсудить с детьми вопросы безопасности. Серьезную ставку они делают и на участников конкурса «Будь смелым, но не безрассудным». Сегодня состоялся его финал. Подвели и итоги. Те ребята, те классы, те команды, которые участвуют в этом проекте, они уже с самих азбук уже понимают, что и делать. И главное, чтобы они не сами, а уже своих друзей, своих знакомых именно учили, говорили о тех ситуациях, как надо себя вести в разных ситуациях. Задача – вытащить тонущего при помощи тех средств, которые есть под рукой. В конкурсе участвуют школьники со всей Латвии. И вопросы безопасности они освоили – от правила дорожного движения до обращения с огнем, утечкой газа и спасением на воде. Нас обучают тому, как можно помочь человеку, если он без сознания, в сознании, если кровотечение сильное. То есть те проблемы, которые можно встретить вообще в жизни. А пока эти знания не приходилось где-то применять? К счастью, нет. Но если что, мы знаем, как действовать. Впрочем, опасность детей подстерегает и дома, за компьютером. По данным полиции, подростки все чаще становятся жертвами преступлений на половой почве. С 2019 года в школах ведут новый предмет – безопасность человека. А пока на эту тему с детьми должны говорить родители, особенно накануне лета. Яна Рубинчик, Валтер Залч, Латвийское телевидение.